Привет! Приехал на котлован на местный половить живцов. И как я говорил, зимой езжу частенько, налавливаю и всю зиму храню их, живцов эти. Просто тазики или в каком-нибудь баке опускаю в погреб, и они там всю зиму живут. Всю зиму я ловлю щук, езжу ловить. И вот завтра, думаю, съездить, первый лед, все-таки открытие. Сейчас хочу попробовать половить подъемником. Вот такая вот заводь, и здесь глубоко, правда, 4 или 5 метра, наверное, глубина. Ну, лед уже 10 сантиметров. Я уже там прошел с того края, посмотрел, можно пробовать. Сейчас пропилю бензопилой майну и будем опускать подъемник. Идем прикармливаем и опускаем подъемник и ждем рыбу. Попробуем вытащить. Здесь большой подъемник. Вот здесь крупный подъемник. Попробуем сейчас. Маленький дернуть. Вон он маленький. Стоит. Крупного ничего нет. Вот он маленький. О! Три рыбчика есть. Ну, начало есть. Все, забираем. Несем банку, чтобы пока не замерзли. Тагран у нас и был на прикормку. Глубина тут 4 метра, наверное, с лишним есть. Ну что, сейчас опущу, пойду пробовать. Дальше пойду не понесу банку. Пойдем попробуем денег. Там еще рановато, он пробурено. Там 2 майны приготовил. Ну, в тух прикормил. Там что-то сильно мелко, не нравится мне. А вот эта майна так неплохо. Большая. Посмотрим сейчас.
карась. Для живца уже крупновато. Ну, смотря на какую щуку. Вот еще один застрял. Довольно-таки глубоко. Ну, тут за два подъемчика есть маленько жипцов. Завтра уже на открытие можно съездить. Сейчас тогда ближе. Попозже туда побольше ломаю. Ловлю себе сразу. На всю зиму ловлю я. Потом храню все. Все же остаются живые. Редко когда какой гибнет. В основном все остаются живыми. Таких вот подъемчиков 5-6, я думаю, и хватит карасиков. Ну, нормально. Посмотрим. Может, что и крупно. Вот этот мелкий подъемник, вообще малявошник. Само для живца. Буду забирать, пойду опускать. Пойдем на второй, попробуем подъемник. Крупный подъемник, что-то он большой, а толку мало. Само то. Само нормально. Живец. Само для рыбалки. О, булькает вода, выходит, воздух выходит из-под льда. Что, буду опускать. Попробуем сейчас потихоньку подойдем. То я думаю, что-то она меня боится, наверное. Что сильно по-моему не ловит подряд сразу. Сейчас посмотрим. Карася почему-то нет. Пойдем дальше. Почему-то крупного сегодня нет. В том году ловился неплохо здесь крупный, а в этом году что-то не хочет. Или может там дальше в яме, где стоит. Я там пробовал, ловил. А сейчас пошел поменьше. Так вот, целое жменье. Опять булькает. Ну все, понесу, уберу, закину опять. Ну и плохо, то подъемник этот все молчит и молчит. Так что не успели удрать, наверное. Пойдем туда. Сейчас ведерко возьмем с нашими жипчиками. И пойдем туда. А то что-то жменями, чтобы не носить.
называется малявочник, подъемник, он и есть малявочник. Пойдет, я его на мормышку цеплял такого. Вот сколько. С полсотни уже наберется, наверное. Ну еще пару подъемов, и я думаю, хватит нам поездить на рыбалку на всю зиму. До весны. Мы в марте даже ловим на этих же жеребцов. Смотрим сейчас. Еще маленько посидим. Все поймается совсем и все. Здесь один попался. Пойдем посмотрим, что там. Наверное, все. Не буду его пускать. Хватит. Жеребцов мне. Поглядим, что здесь. Ну, здесь вот такие несколько штук хватит. На этом все. Поедем домой готовиться. Жерлицы смотреть. Жерлицы у нас самодельные. И возможно завтра, если все нормально, погода не подведет, то завтра поеду, половлю щуку. Вот. Так вот. Ну, с полсотни, я думаю, есть. Жеребцов тут хватит надолго нам, до весны хватит теперь жеребцов. Все, всем пока, подписывайтесь на мой канал. Еще спереди будем щуку, чан, у нас впереди вся охота, еще зима впереди, посмотрим.